Послушайте, не в этом дело. Дело в том, что мы получаем новую технику. Техника отличная. Она действительно нового поколения. Как я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу, руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав вооруженных сил. Вы знаете, это действительно новая, новая машина, во многом новая. Управляется лучше, видно даже невооруженным, непрофессиональным взглядом. Надежность высокая очень. Ну и энерговооруженность. Ну, это новый, новый самолет. Спасибо. Ну, комфорт какой может уже военный самолет. Но тем не менее, она и в этом смысле улучшена, потому что есть блок, где члены экипажа при необходимости могут отдохнуть.